Друзья, доброе утро! Новый день! Павел монтирует у нас видео челлендж. Он сегодня будет занят очень долго. Так что, не знаю, начало дня, скорее всего, проведем вместе. Друзья, прошло уже 2 часа, Паша все так же сидит, монтирует. Я подумала позаниматься. Как раз девчонки спрашивали, какие упражнения я делаю. Я вообще давно не занималась, потому что мы сейчас ходим на батуты, и после них болит вообще все. Ну, кроме ног. И сейчас как раз хочу поделать упражнение на ноги. Просто разминаюсь сначала, делаю составную гимнастику, она очень важна. Если особенно вы делаете упражнение на ноги или приседаете, нужно хорошо разминать колени. Итак, ребята, первое упражнение я буду делать на бегах 2X. Будут выпады, но выпады не обычные. Нужно будет держать себя на одной ноге. Другой ногой мы не касаемся пола. Следующее упражнение. У нас будут присед и поднимание ноги. Следующее упражнение. Поднимание таза. И таких делаю 3 круга. 4 показала. 3. Все. Я умерла. Я на самом деле делала очень простые упражнения и то без веса, но успела так устать. Обычно такими суперсетами я и тренируюсь, но, конечно, сегодня я сделала такой совсем легкий, потому что вчера мы прыгали на батутах, у меня вообще все болит, и подумала, надо просто загрузить немножко ноги. Я сейчас приду в ванну. Господи, я вроде вообще ничего такого не сделала, но вот эти петли, они реально так убивают мышцы. Я чувствую, что завтра у меня будет очень сильно болеть. Все. Вроде бы все так обычно, просто, но в то же время нет. Павел сидит, дела делает, работает. О, хороший у меня работничок мой. Вы это простите, что сегодня одна Настя влог идет, просто я весь день просидел за, получается, everyday влогом, потом за челленджем, который я пытался сделать нормально. И получается, я сейчас освободился, мне нужно уезжать на футбол. Но поэтому вам приходится терпеть ее. Извините. Па-бам! Привет, друзья! Сегодня новый челлендж! Итак, челлендж сегодня называется «Попробуй выбраться с челлендж». Сейчас вы все поймете. Будем выбираться, будем стараться выкарабкиваться из ситуации, которая возникнет. Итак, первыми мы обмотаем сейчас Настю пленкой пищевой. Готова? Да. Сейчас ты просто сжимаешь ее еще. Стоять! Стоять, Настя! Даже что хочется сделать? Просто упасть. Еще вот так просто я так хоп, и все. Ты как будто червяк какой-то. Итак, Настюха, ты готова? Червяк. А, надо за время выбраться? Ну, кто быстрее, да? Давай. Поехали. Нет, я... Первая задача – выбраться из пищевой пленки, просто из обычной пленки. 3, 2, 1. Так. Геракл!
Давай, давай, давай. Нужно полностью из нее выбраться. Ой, Чичи! О, юбочка такая, оп, оп, сняла трусики. 36, 37. Все! Молодец. Ну что, раз, готово? Два, три. Нифига! Привет! Пирако. Первый уровень был такой себе, слабенький. У нас есть второй. Настюха, ты готова? Нет. Второй уровень. Наша задача выбраться из скотча. Больно, наверное, да? Не знаю, Настюха. Как там выходить надо было? Не знаю, Настюха. Попробуй, поехали. Давай. Его не порвать, так просто. Давай, 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 пробуй по-другому. Я тебе говорил, кофту одевать. Покажи нам свои шаловливые ручки, Настюша. Блин, давай. Больно ты, ё-моё, там волосы вообще жестко. А ты же женщина, тебе волосы не нужны. Давай, 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 давай. Все. Ты сдаешься? Да, ты что, вообще невозможно никак. Окей, друзья. Это был, можно сказать, вызов. Скотч, это жесть. Что, думаешь, это невозможно? Ну так тебе в кофте возможно, 100%. Раз, два, три. Можно труселям бы оставить, да? Модно? Да. Так ты кофту, конечно, не сложно. Ты умный. Если одеть кофту, то все легко будет, да? Да. Иди одевай кофту. Сейчас будет супер уровень, из которого Насте не выбраться никогда. Хотя, вот, кофту одеть, вот. Сейчас посмотрим. Я одела кофту с надписью «Свобода». Так что я выберусь. А, да, кстати, кто не знает, как эти шарики сюда крепились. Да тихо! На лайв-канале мы их вот так вот крепили. Ну что, вы готовы? Настюха, ты готова? Нет. Идем дальше. Оп, жопу уже порвала. Смотрите, пошли ногти. Жопы порвала, пошли ногти. Давай, во, ногти порезали сразу же, хоть что. Ну, рука, отдыхай пока. Жопа и ногти уже сделали свое дело. Нифига себе. Сейчас я выберу дальше. Скотч тут. Та-дам! Та-дам! Мощно. Стриптиз. Секс-бом, секс-бом. Йо, секс-бом. Та-та-та-ра-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та. И та-та-та-та. Сегодня, ребята, был такой расслабленный денечек. Сейчас мы скачаем фильм. Какой будем фильм смотреть? Вот такой вот сонный фильм. И... Вся, да, показывай мне. Не, я с малой косметикой, мне вообще опасно показывать. И ляжу спать. Вот так-то. Пашка устала очень у меня сегодня. Целый день монтировала, потом еще и футбол.
Все. Да. Плакать. Плакать хочешь? Конечно. Ну плачь. Ну все. Скажи пока-пока. Пока-пока-пока. Пока. Пока всем.